постели. И что много было на ногу? А ты, говорит, на душ, как отметила, встретила Новый год. Да, говорит, замечательно, все хорошо. Гуляли 31-го, веселились, ноги аж болят, вообще песни пели. Вообще классно, замечательно. Только вот одно не поняла. 1 января приходит ко мне Федор. Сел напротив и молчит. Молчит, смотрит на меня, смотрел, смотрел, молчал. Потом навалился на меня, изнасиловал. А что приходил, так и не сказал. Поэтому, чтобы вы не думали, зачем я сюда пришел, я еще раз вам скажу, я пришел вас познать. С наступающим Новым Годом, дорогие друзья. Ну, а Новый Год, русская зима, это, конечно же, снег. Еще что? Еще что? Какие забавы новогодние? Баня!